Здравствуйте, дорогие зрители и телезрители. Приветствую вас, дорогие поклонники романса. Герой нашей сегодняшней программы – гость из Санкт-Петербурга, обладатель мощного, эффектного, блистательного баритона, богатого оттенками. Творческий путь нашего сегодняшнего гостя складывался далеко не так, как у многих оперных вокалистов. В детстве он мечтал петь рок-н-ролл. И именно с этой целью приехал из Севастополя в Ленинград, тогдашнюю Мекку советского рока. Но поступил в консерваторию и открыл для себя совершенно новые горизонты. В итоге возлюбил оперу, стал лауреатом 3 международных конкурсов, причем везде завоевал гран-при. Его приняли солистом в Мариинский театр. Он получил звание заслуженного артиста России. И вот теперь, приобретя известность как оперный певец, он довольно дерзко порой играет разными жанрами и стилями, воплощая иной раз в жизнь дерзкие мечты юности. Итак, на сцене солист Мариинского театра, исполнитель опер, романсов, эстрады и рок-н-ролла Владимир Самсонов. Встречайте! Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю, но не с тобой я сердцем говорю. Нет, не тебя, так пылко я люблю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно не мыя, в глазах огонь угаснувших очей, в глазах огонь угаснувших очей. Нет, не тебя, как пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанья. Люблю в тебе я прошлое страдание.
Добрый вечер. Догорает вечер пурпурным закатом, голубоглазый месяц чеканит окно. Все то, что раньше было невнятным, сразу стало понятным. Остается сказать лишь одно. Прощай, будь добра, не сердись на меня, но я не могу так жить. Пойми, что нельзя ни минуты, ни дня себя пополам делить. Если в сердце злоба уже нет и красоты, так зачем же страдать мы будем оба, я и ты? Прощай, будь добра, не сердись на меня, но я не могу так жить. Я не забуду годы совместных скитаний, я не забуду встречи и ласки твои. Но если грустно станет, не станет и обратно потянет на какой-то пленительный миг. Прощай, будь добра, не сердись, но я не могу так жить. Пойми, что нельзя ни минуты, ни дня себя пополам делить. Если в сердце былого уже нет и красоты, так зачем же страдать мы будем оба, я и ты? Прощай, будь добра, не сердись на меня, но я не могу так. Если сердце уснуло и нет в нем красоты, так зачем же страдать мы будем оба, я и ты? Прощай, будь добра, не сердись на меня, но я не могу.
Владимир, вот вы уже 17-й год поете в родном Мариинском театре. Говорят даже, что вам предлагали петь и в Большом, но вы не захотели жить на два города. Вы выступали как минимум в 30, наверное, еще оперных театрах, включая самые знаменитые, такие как «Ла Скала», «Метрополитен опера», «Ковенгарден». И при этом, при такой востребованности, вы не можете сказать романсу «Нет, не тебя, так пылко я люблю», потому что сохраняете верность этому жанру. В чем его привлекательность для вас? Свобода. А в опере меньше? Конечно. Как в советские времена говорили, романс – это интпошив. Дело в том, что в опере мы связаны всем. Нотами, темпами, ритмом, размером, текстом. Все выверено, все точно, ни шагу в сторону. И, в общем-то, мы поем только то, что написано для кого-то. А романс написан для каждого. И каждый может спеть его так, как это он чувствует. Поэтому я выбираю романс как средство свободы самовыражения. Владимир, слушая вас, я убедилась, что ваш огромный оперный опыт сказывается в каждом романсе. Вы как бы разыгрываете маленькую театральную сценку, создаете сценический образ. И хотела у вас поинтересоваться, это сознательное устремление или привычка, некий инстинкт, который вы приобрели за годы работы в театре? Да нет, в общем-то, просто есть некое уважение к романсу. Дело в том, что романс – это и есть маленький спектакль. И исполнять его как сводку погоды или курса валют, по-моему, просто неблагодарное дело. И, в общем-то, по отношению к романсу, я считаю, оскорбительное даже. Что ж? Ну что ж. Ждем от вас еще несколько романсовых спектаклей. Спасибо, я постараюсь. Мы счастливы с тобой. Может быть, судьба захочет снова разлучить, былого не вернуть, мой друг любимый. Мне никогда не позабыть тебя. Ночью в одиночестве безмолвном помни обо мне. Шумным днем забот суровых полым помни обо мне. Если горе ты узнаешь злое, помни обо мне. Если мы расстанемся с тобою, помни обо мне. Мне не страшна разлука без любви. В ночной тиши былое не зови, воспоминания птицами взлетят и нас вернут на много лет назад. Ночью в одиночестве безмолвном помни обо мне. Шумным днем забот суровых полных
помни обо мне. Если горе ты узнаешь злое, помни обо мне. Если мы расстанемся с тобой, помни обо мне. Весенний день и летний зной, под плеском вьюг седой зимой, не забывай, не забывай, друг мой. Ночью в одиночестве безмолвно помни обо мне. Шумным днем забот суровых полым помни обо мне. Если горе ты узнаешь злое, помни обо мне. Если мы расстанемся с тобою, помни обо мне. Когда сон смыкает веки, помни обо мне. Если мы расстанемся навеки, так помни обо мне. Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно, как странно все это. Совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна. Ныне былому не равно. Мы только знакомы, как странно. Завязки вся сказка, в развязке страдания, но думать все время о вас неустанно. А может быть, впрочем, зачем? До свидания.
мы только знакомы. Как странно. Спасибо. Эмиль Яковлев, скрипочка. Наши прекрасные питерские музыканты. Максим Столетов, фортепиано. Олег Максимов, гитара. Раз, два, три, и... Пусть гитара звучит неустанная, пусть рыдает струна под луной, а в тумане глаза твои пьяные, и напев, и твой смех роковой, ой-ой-ой, что мне горе, жизнь и море, надо выпить мне до дна. Сердце тише, выше, выше, губки старого вина. Ну и что ж, если буду послушен я, от судьбы все равно не уйдешь. И к чему нам она равнодушная? Нет любви. Ну так что ж, ну так что ж, что мне горе, жизнь не море, надо выпить мне до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Лай-ла-лай-ла, лай-ла-лай-лай, лай-ла-ла-ла-ла-лай. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Пусть не слышится песня гусарская, все гусары уснули давно. Но пока есть бутылка шампанского, я, не я, жить или нет, все равно. Ой. Сердце может, сердце тише, надо выпить мне до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Лай-ла-лай-ла, лай-ла-лай-ла, лай-ла-ла-ла-ла-ла. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Владимир, мы все помним ваши неоднократные выступления у нас в «Романтике романса», но наибольший и буквально мгновенный успех вы приобрели после исполнения хита «Be My Love» из кинофильма «Любимец Нового Орлеана». Кстати, там в фильме эту песню Николая Бродского пел великий Марио Ланца. Скажите, а вам не хотелось бы сняться вот в подобном музыкальном фильме? У нас этот жанр как-то совсем не популярен.
Конечно, хотел. Кто же из певцов такое не хочет? Сам Мария Ланса был счастлив сняться в фильме «Великий Карузо», которого боготворил. А моя карьера, в общем-то, зародилась от трех певцов. Муслим Магомаев, Мария Ланса, кстати, который был кумиром Муслима Магомаева, и Марио Дель Монако. Муслим Магомаев написал даже книгу о Марио Ланса. Да, я читал ее. И Карерас мне тоже говорил, что он решил стать певцом, посмотрев этот фильм. То же самое я. Изюминка вашего исполнения «Be My Love» в новогоднюю ночь состояла еще и в том, что вы исполнили ее в собственном переводе. Скажите, как вот вам пришла идея такого рода творчества? Вы знаете, я решил сделать большой концерт, шоу в Санкт-Петербурге, который уже прошел. Назвал его «От арии до рок-н-ролла». Я столкнулся с проблемой текстов, потому что программа исполнилась на 6 языках. Там был и французский шансон, и английские песни Тома Джонса и Хампердинга. И поэтому, когда один мой очень близкий друг, ваш коллега, академик российского телевидения Александр Аркадьевич Белинский, сказал мне: «Володя, для русской публики это будет слишком тяжело. Много на английском, на французском, на немецком, испанском. Надо делать переводы». Но я не хотел, потому что теряется некий такой... такой некий, знаете, аромат. Шарм. Да, аромат произведения, когда он исполняется на языке оригинала. И я решил сделать такой вариант, когда половина произведения исполняется на языке оригинала, а вторая половина на русском. И вот тут-то я столкнулся с тем, что хороших переводов, к сожалению, очень мало. Более того, многие переводы, они несколько, так говоря, грубо, кривые. То есть в песне поется совершенно не о том, о чем сделан перевод. И я взял на себя смелость, наглость некую, и сделал переводы сам этих песен. Я был вынужден это сделать, и кое-что мне понравилось. Замечательно. Ну вот вы только что признались, что пели в одном концерте на 6 языках. Но на каком вам все-таки поется лучше всего? На русском. На моем собственном языке. Ну, конечно, не на русском. Давайте послушаем Самсонова на русском языке в его собственных переводах. Слепой любви вижу вновь изогнута страстью бровь, и поцелуя кружит голову кровь. Опять твой взгляд подозреньем сердце жжет. Зачем, зачем губишь сердце и любовь? Сгореть в огне твоих обид, жалься, любовь не мстит. Давно на морском берегу я встретил улыбку твою, и счастье любви ослепило нас сиянием твоих удивительных глаз. Весь мир нам казался мечтой, и я ослепленный тобой забыл обо всем, утонув поцелуя, а ревность уже в нас жила. И я все забыл, утонув поцелуя, а ревность уже в нас жила. Спасибо.
Где найти слова такие нежные и добрые слова, чтобы рассказать мою историю любви и вспомнить дни, когда кружилась голова. Мечтание дни. Словно колдовство любовь окутала, овеяла тепло, и мир обмана смыло искренним дождем. Тебе и мне открыла истины свои простые они. Любимся жизнь, и это истина, как мир проста, как мир таинственна, сердца свои открыть любви порой нам нелегко, но верить надо, мир полон грез, а счастье рядом с тобой должны быть вместе мы. Исповедь моя чиста, как юность, и звучит она пока. Под пение ангелов летят, плывут века. Любовь дана нам Богом раз и навсегда. Нам навсегда. Таинственно сердца свои открыть любви порой нам нелегко, но верить надо, мир полон грез, а счастье рядом с тобой должны быть вместе мы. Где найти слова такие добрые и нежные слова, чтобы рассказать мою историю любви и вспомнить дни, когда кружилась голова? Мечтание. Я скажу напоследок, прости. Я уйду
но покоя тебе никогда не найти. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Я уйду, но останешься ты со слезами одна. Ты меня позовешь, ни единого звука в ответ. Ты раскинешь объятья свои, а любимого нет. И поднимешь ладони и станешь молить в тишине, чтобы я появился, вернулся хотя бы во сне. И не видя дороги, ты бросишься в горестный путь, вслед за мной без надежды меня отыскать и вернуть. Будет осень, под вечер друзья соберутся твои, будет кто-то тебя обнимать, говорить о любви. Будешь ты равнодушна к нему, безразлична к нему, ибо я в это время незримо тебя обниму. Бесполезно тебя соблазнять, новизной манить. Даже если захочешь, не сможешь меня разлюбить. Будет горькая память, как сторож стоять у дверей, и раскаянье камнем повиснет на шее твоей. И протянешь ты руки, но воздух обнимешь ночной, и тогда ты поймешь, что навеки рассталась со мной. И весна прилетит обновить и разбудит весь мир. Расцветут маргаритки, раскроется белый жасмин. Ароматом хмельным и густым переполнятся сны. Только горечь разлуки отравит напиток любви. Задрожат твои пальцы, плетущие белый венок. И в слезах ты припомнишь того, кто сегодня далек. Исчез я, растаял, как след на зыбучем песке, а тебе завещал оставаться в любви и в тоске. В одиночестве биться дрожа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое, вот заклятие мое. Сбудутся эти слова. Игоревич говорил, что вы уже 17 лет солируете на сцене Мариинского театра, но немногие знают, что в Петербургский театр музыкальной комедии вы пришли и того раньше, будучи еще студентом консерватории, и поете там до сих пор. Чем обусловлена такая верность оперетте? Я приехал в Петербург из Севастополя, и мой отец сказал, что если ты хочешь действительно поступать в консерваторию весной, то тебе надо работать по этому направлению. И я набрался наглости, не имея ни музыкального, никакого образования, пошел в театр музыкальной комедии. В того времени спел там, еще больше набравшись наглости, Каватину Валентина из оперы «Фауст». И меня взяли туда, в хор. Вот так. Так что с этого началось мое знакомство с оперетой. Но вообще, если серьезно,
то я оперетте очень благодарен. Я считаю, что оперетта – это тот жанр, который оснащает артиста всем необходимым. Он универсален. Там поют, там играют, там танцуют, там двигаются. И когда ты начинаешь этому учиться, и если, даст Бог, тебе удается этому научиться, то, опять-таки, на сцене для тебя нет никаких преград. Ну вот полвека назад незабвенный Георг Отт создал великолепный образ мистера Икс. И с тех пор эта оперетта Кальмана «Принцесса цирка» вошла в репертуар буквально всех музыкально-драматических театров нашей страны. Но ведь Георг Отт тоже был в первую очередь оперным баритоном, потом уже эстрадным певцом, правда? Ну вот и вас называют петербургским мистером Икс. Вот этот образ вам близок? Как вы себе представляете вот трагедию этого человека в маске? Вы знаете, я считаю, что чем близка эта ария и почему настолько уже десятилетий привлекает слушателей и исполнителей? Дело в том, что она касается самой главной части нашей жизни. Мы всю жизнь ищем свою половинку, своего любимого человека. И только когда его находим, мы счастливы. А когда мы одни, нам приходится петь арию мистера Икс. Огня, но где же стерва?
Спасибо. Что-то грустно взять гитару, да спеть песню про любовь. Или поехать лучше к Яру, разогреть шампанским кросс. Там цыганки молодые будут петь, плясать всю ночь. Раздарю им золотые, прогоню печаль я прочь. Эх, ямщик, гони, как яру, лошадей, брат, не жалей, тройку ты запряг и не пару. Там будем веселиться, я хочу кутилой быть. Завтра чтоб опохмелиться и любовь свою забыть. Эх, ямщик, гони, как яру, лошадей, брат, не жалей, тройку ты запряг, не пару, так гони, брат, веселей. Темной ночью белой вьюгой снежной пылью заметет. Сзади сяду я с подругой, тройка с места понесет. А когда приедем к Яру, отогреемся, друзья, и под звонкою гитару будем петь мы до утра. Гони, как яру, лошадей, брат, не жалей, тройку ты запряг, не пару, так гони, брат, веселей. Лай-ла-лай-ла-лай-лай-лай-лай, лай-ла-лай-ла-лай-лай, тройку ты запряг, не пару, так гони, брат, оценили, что наш петербургский гость завершил свое выступление таким московским романсом. Мы благодарим вас за это искрометное, блестящее выступление. Вы каждый раз нас удивляете, и что-то новое появляется, какая-то новая грань вашего таланта открывается нам в вашем творчестве. Двери Яра для вас всегда открыты. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо. До свидания.